Церемония прощания с Добрыниным началась на Троекуровском кладбище. Венок на прощание прислала и Алла Пугачева. В Москве началась церемония прощания с народным артистом России, певцом и композитором Вячеславом Добрыниным. Поклонники артиста, его близкие, друзья и коллеги собираются на Троекуровском кладбище. Среди собравшихся заметили и российского поэта-песенника и певца Симона Асиашвили. Он поделился, что несколько месяцев назад Добрынин попросил совместно написать песню, добавив, что она может стать его последним произведением. Он даже предложил название песни «Все могло быть иначе». «Я долго не брался за эту работу, но потом все-таки написал припев, который получился пророческим», передает слова Асиашвили РЕН-ТВ. Несмотря на смерть артиста, финал его творческой карьеры не наступил, поскольку песни будут переслушивать еще много лет, заключила Асиашвили. Народная артистка СССР Алла Пугачева отправила венок на прощание с Вячеславом Добрыниным. На траурной ленте размещена надпись «Навсегда в моей душе». Другой венок прислал президент Владимир Путин. Также есть цветы от Николая Расторгуева, Игоря Матвиенко и Динамо, болельщиком которого был ушедший из жизни певец и композитор. Напомним, легендарный исполнитель скончался в понедельник, 1 октября, в возрасте 78 лет. По словам поэтессы Ларисы Рубальской, за несколько дней до смерти артист пережил третий инсульт. За несколько дней до смерти композитора госпитализировали из-за проблем с сердцем, от которых страдал много лет. По данным МК, Добрынин находился в депрессивном состоянии. После одного из своих редких за последние годы концертов музыкант признался СМИ: «Жизнь пошла такая, что оптимизма мне не предлагала. Больше, чем я сидел, думал, как жить дальше. Пока еще не знаю, вышел ли до конца из депрессии. По сути, в ней я нахожусь до сих пор. Мне сейчас ничего не хочется. Ни петь, ни выступать». Приносим соболезнования в комментариях